Здравствуйте, друзья, и приветствую всех на канале Erzone Game. В сегодняшнем ролике предлагаю вам пропутешествовать по одному из новых проектов, который открылся вот 19 марта этого года. Называется данный проект Evolution. Ну и естественно, что располагается он на базе игры GTA 5 и стоит на мультиигровой платформе Rage MP. Ну и давайте его рассматривать. Вот таким вот образом выглядит здесь меню персонализации. В общем-то, все достаточно стандартно. Я бы, наверное, назвал так. Из плюсов только то, что лично мне нравится, это можно крутить персонажа зажатой левой кнопкой мыши. То есть мы можем его повернуть вправо, влево, как нам удобно. Как его по высоте настраивать, я не разобрался. По-моему, такой функции здесь нету. Ну и, в общем-то, вот все, что можно сказать про эту менюшку. Создаем своего персонажика, и в этот раз я решил сделать некого алкоголика, и вот с этим вот алкоголиком мы побегаем по этому проекту, в котором есть на что посмотреть, но будем все делать по порядку. Итак, мы появляемся на проекте. Место появления, как и меню персонализации, тоже нас не удивляет, выбрано как аэропорт, в общем-то, тоже так, назовем это стандарт. Здесь нас встречает некий NPC-шка, но никакого начального ознакомительного квеста, в общем-то, ожидать не стоит. Он предлагает нам выбрать несколько рабочих занятий, которые нам сейчас доступны. Ну, в общем-то, соглашаемся с тем, что он предлагает, и едем на одно из них. Я выбрал профессию строителя. Туда мы сейчас и направимся. Ну, а пока мы туда движемся, хотелось бы обозначить именно то направление, про которое я сказал, что есть на что посмотреть. И нет, визуально здесь смотреть в принципе не на что. Очень стандартненько все выглядит. Но есть интересное решение. Вот как, например, аренда транспорта. Она есть абсолютно везде. Вот абсолютно везде. Это может быть единственный из проектов, на которых я уже побывал, где нету вот этой проблемы, а как добраться до туда, а как добраться до туда. Да, выбор может быть невелик. Предлагается либо мопед, либо велосипед. Либо $100, либо $30 потратишь. Но вот эти точки есть везде. Вот абсолютно везде. Ни разу мне не было проблемы с тем, как добраться до туда или до туда. Ну и следующее, о чем тоже хотелось бы сказать, это как раз вот эта вот работа. Опять, выглядит все просто. Подошли, нажали Е, тут же появилась форма. В общем-то, ничего такого вот удивительного нету, да, каких-то супераниматций или каких-то диалогов, ничего нету. Но вот как выполнена работа, мне понравилось. Во-первых, что бы хотелось сказать. Все рабочие занятия располагаются в одной плоскости. Не надо бегать между этажами и там вылезать из котлованов, как я показывал на некоторых проектах. Вы бегаете в одной плоскости. Сначала вы бегаете, вот как сейчас мы видим, с отбойным молотком. Точки очень близко. Вот очень близко. Ну, никакого геморроя с этим нету. Бегаете там, не знаю, 10 метров, наверное, самая длинная точка пробега. Действительно, очень все просто. И следующее, когда вы уже вот здесь сделаете какой-то цикл, я, честно говоря, не знаю, сколько точек надо пробежать, вот так вот отбарабанить этим отбойным молотком. Кстати, никакой кнопки взаимодействия тоже нету. Встаете, и триггер автоматически включает вот эту анимацию. Все, что от вас требуется, только перебегать с точки на точки. Так вот, когда вы сделаете некий цикл с отбойным молотком, игра вас передвигает дальше. Дальше уже происходит на втором этаже, но все равно вы бегаете в одной плоскости. То есть поднимаетесь на второй этаж и бегаете, вот делаете вид, что вы что-то там варите. Кстати, опять тут не хватает этого сварочного лучика. Я уже показывал как-то и говорил про это вот рабочее занятие. Но тем не менее, вот вы бегаете вот в этой вот плоскости. Тоже точки разбросаны недалеко. Бывает вообще точка в 2 метрах загорается. В принципе, работать прикольно. Не надо никуда перебегать, куда-то прыгать, перелезать через какие-то барьеры. Просто в одной плоскости бегаете туда-сюда. Как вы сделаете вот этот вот цикл сварочных работ, игра перекидывает вас в следующее здание, опять на ту же самую плоскость, на одну плоскость, и вы уже делаете какую-то другую анимацию, то есть вы заколачиваете гвозди. Ну, тут можно докопаться, что заколачиваем почему-то в бетонные стены, там железные строения в какие-то. Но это уже такие мелочи, которые, конечно, можно было бы поправить. Но, тем не менее, сам принцип вот этой вот работы, он не напряжный. Во-первых, не надо даже нажимать кнопку Е или какую-нибудь кнопку взаимодействия. От вас ничего не требуется. Просто стойте и любуйтесь на анимацию, которая сама автоматически включается. Прошла анимация. Кстати, достаточно гладко проходит анимация. Есть только претензии, что немножко персонаж утоплен в стену, когда он заколачивает. Но, в принципе, анимация проходит все плавненько. Точки загораются рядышком. Все, что от вас требуется, бегайте от точки до точки. Претензии только по экономике. Но по экономике у меня есть претензии в целом к проекту.
можно заметить, там очень маленькие иконки, таблички вот эти, которые выскакивают, очень масюсенькие. Но за эту работу я получаю 11 долларов. Несмотря на то, что это начальная работа, это вообще по этой экономике никакие деньги. Просто для примера, машина, самая дешманская ржавая корыта на этом проекте стоит 7 тысяч. А мы получаем за каждую точку всего 11. Даже если я пробегаю 100 точек, я получу всего лишь 1100. Ну, такая себе экономика. А чтобы дождаться следующего уровня, второго, и открыться, чтобы у вас открылись новые работы, ну, надо конкретное время постоять на этом проекте. Ну и как бы администрация не пыталась разнообразить эту работу, все равно рано или поздно она наскучивает. Ну и давайте посмотрим, что еще здесь есть. А следующим пунктом предлагаю посетить автошколу, которая, кстати, выполнена очень даже симпатично. Опять же, берем, арендуем транспорт, который находится прямо здесь же на строительной площадке, и на нем двигаемся. Слава богу, что автошкола находится очень близко. Выполнено все это вот таким вот образом. И надо сказать, что сделано все очень и очень симпатично. Школа имеет два уровня. Подходим вниз к NPC-шке. Она говорит, чтобы надо пройти в экзаменационный класс. Идем туда. И тут вот то, о чем я как-то говорил на одном из проектов, что не надо очень сильно усложнять сдачу экзаменов. Вот здесь сделано, по-моему, вот абсолютно оптимально. Простейшие вопросы, абсолютно простейшие вопросы, на которые ответит даже, мне кажется, ребенок. Совсем простые вопросы, их немного, отвечаете, все, вы все сдали. Причем один раз вы сдали, и дальше только практическая часть. То есть теорию сдаете всего один раз. Дальше категория Б, С, там все это сдается просто уже на машине. Ну а сами машины выглядят вот таким вот образом. Это, я вот скажу, не самое лучшее решение, вот так вот нагружать карту. Машин транспорта очень много, причем выбрать вы можете абсолютно любую. В любую садитесь и начнется сдача экзамена. Но их слишком много. Хорошо, сейчас нету онлайна, но когда будет онлайн и здесь будут бегать люди, это все дело здорово просадит сервер. Потому что ну слишком много машин в одном, на одной локации. И они как бы не исчезают. Они вот здесь так и стоят все время. Ну и переходим плавно к самой сдаче. Вот тут тоже у меня есть небольшая претензия, но это как бы просто лично мое. Сначала мы ездим по городу. Как обычно, по маркерам, в данном случае вот они так выглядят, ездим-ездим, и в конце концов мы приезжаем на площадку. Так вот, мне кажется, что вот эта езда по городу, она совсем лишняя. Вот зачем она? Можно было бы сразу же тпшить человека на площадку. Это и разгрузило бы сервер от тех машин, которые там нагружены. И вот она, просто проехался по площадочке, сдал, все, ты свободен. Площадочка сделана прикольно. Ну вот вы сейчас это все сами видите. И я считаю, что вот этого бы вполне хватило. Поколесил-поколесил здесь по площадочке, сдал, все, ты свободен. А вот езда по городу, мне кажется, лишняя. Но это мое мнение, поэтому уж смотрите сами. Выглядит это вот таким вот образом. Ну и в общем-то все. После того, как вы наколесили вот на этой вот территории выделенной, все, езжайте опять через город, через эти маркеры, в сторону автошколы, ставите машину, кстати, заметьте, вот ставите машину именно на то место, где вы ее взяли. И потом это то же самое будет с грузовиками, когда я буду сдавать на грузовики, то же самое. Вот в какой грузовик вы сядете, вот на то место его и надо будет поставить, и он там будет стоять. Но я все равно останусь при своем мнении, что вот такое огромное количество автомобилей все-таки зря сделали. Это нагружает сервер и вот эту вот локацию. А это сделано здесь на всех рабочих занятиях. Куда бы вы ни пришли, там будь то мусоросборщик или работа на карьере, везде-везде нагромождено вот это огромное количество автомобилей, которые там постоянно стоят. Да и в общем-то ладно, передвигаемся дальше, и для этого, как всегда, воспользуемся арендным транспортом, который тоже здесь есть, и в автошколе, как я уже сказал, везде есть эти точки, проблем нету. Заходим в телефон, ну вот как выглядит телефон, мне, честно говоря, очень не понравилось, как будто его делал ребенок. Дизайн некрасивый, все очень мелко, какая-то деваха стоит на заставке, ну такое себе, какой-то телефон из, не знаю, 90-х. Через этот телефон выбираем следующее рабочее занятие, и это будет фермер. И выглядит работа фермера вот таким вот образом. Ну, территория достаточно узнаваемая, стоит NPC-шка, с ним, естественно, взаимодействуем, появляется форма. И далее мы, опять же, в одной плоскости, не надо никуда бегать, ни с поля на поле, все, вот на одном поле, на одной плоскости, начинаем бегать от метки к метке. Опять стоит автотриггер, то есть срабатывает анимация, от вас ничего не требуется. Но, несмотря на то, что здесь на 2 доллара больше, чем на строительной площадке, то есть здесь мы получаем не 11, а 13 долларов, но пробеги здесь больше.
Они не такие гигантские, конечно, как могли бы быть, но пробеги здесь больше. И на этом проекте в хлам урезан бег, то есть долго бегать на шифте вы не сможете. Мало того, что скорость начинает сбавляться, так еще и почему-то начинаем умирать от этого. И здесь есть кусты, которые будут автоматически замедлять ваш бег, что приводит к тому, что бегать надо дольше, а заработок всего на 2 доллара больше. Повторюсь, что это вообще никакие не деньги на этом проекте. Это вообще шелуха какая-то, из-за которой мне, например, не хотелось вообще здесь ничем заниматься, потому что я просто прекрасно понимаю, что мне заработать на простейшую машину за 7 тысяч нужно будет здесь вот этим вот заниматься просто часами, однообразием. Бегать, 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 бегать. А это, ну, утомляет. Как бы ни выглядела красиво анимация, она минут через 15-20 вам надоест. А здесь идет время, измеряется в часах, сколько вам надо фармить. Поэтому, как бы красиво ни было анимации, вам все равно это рано или поздно надоест. А надоест это очень быстро. Но экономика, начальная экономика, мне показалось, по крайней мере, уж если кто зайдет поиграть, то уж сами судите. Но, на мой взгляд, она конченая. Вот начальная экономика очень-очень конченая. А еще меня сильно достал дождь, он лил просто часами здесь. Мне пришлось выйти и перезайти, вот как видите, уже в солнечную погоду, потому что, ну, действительно, достал дождь, все время этот шум по ушам. Переходим на следующую работу, которая здесь называется грузчик. Выглядит вот таким вот образом, находится рядом с работой автобусника, то есть возле автобусного парка, вот на железнодорожных путях. И тут тоже, в общем-то, та же самая проблема. Разброс точек достаточно великий, ну, сейчас вы это все можете, в общем-то, заметить. А оплачивается это средний между строителем, который получает 11 долларов, и садовником или фермером, который получает 13. Здесь платят 12 долларов. Бегать приходится много. Математика, в принципе, простая. То есть, если вы за минуту, например, не берем в расчет, что вы там захотели попить, пописать или еще что-нибудь, просто тупо сели и как начали фармить, там за минуту, например, вы преодолеваете 3 точки. То есть, пробегаете, срабатывает анимация, бежите обратно, срабатывает анимация, ну и так по кругу. То есть, за минуту примерно 3 точки вы успеете сделать. Умножаем это все на количество проведенного времени и на зарплату, и получается, что за час вот такой вот беготни вы заработаете плюс-минус 2500. 2500. Еще раз напомню, что самая дешевая машина на проекте стоит 7000. Вот судите сами, стоит оно того или нет. Ну, а если, например, вы загорелись целью купить все-таки эту машину за 7 тысяч, то, значит, вам надо безостановочно 3 часа, а может быть и больше, там, в зависимости от того, насколько вас будут отвлекать от этой игры, от этого фарма, насколько сильно вам приспичит, или захотите попить, или просто отдохнуть. Ну, вот, судите сами. То есть, как минимум 3 часа вам придется заниматься вот этим вот однообразием. Поэтому я считаю, что экономика вот эта начальная, она вообще никакая. Она просто, ну, она уморяет. Действительно, невозможно заниматься одним и тем же на протяжении вот такого количества времени. Это надоедает. Даже вот как я ходил, менял профессии, но все равно это наскучивает. Принцип-то ведь не меняется. Точка А, точка Б. Меняются только анимации. Вот, в общем-то, не знаю. Вот, наверное, мнение будет у каждого свое, и это правильно. Кому-то, может, это нравится, кому-то нет. Не знаю. Меня всегда угнетает однообразие фарма. Поэтому мне это понравилось не очень. Ну, я и не смог ничего заработать на самом-то деле. Ну ладно, что ж, переходим далее. А далее у нас работа почтового курьера. Но она уже требует второго уровня. Поэтому мне пришлось какое-то время еще постоять поафкашить, чтобы открылся второй уровень. И надо сказать, что второй уровень здесь нас как бы даже не спасает. Но это я расскажу чуть позже. При открытии второго уровня оказывается, что становится еще скучнее. Так как есть вот такая вот работа почтового курьера, выглядит все вот таким вот образом, но опять простейшая анимация, да, подходим, взаимодействуем, тут же появляется форма. Здесь неподалеку стоят мопеды, опять смотрите, какое количество мопедов стоит, да, но это не может не нагружать сервер, это вот, ну, на мой взгляд, очевидно. Он не появляется, как на том же, например, Dage, да, ты нажимаешь принять работу и появляется мопед. До того, как ты его не нажал, он не нагружает сервер, его нету, в принципе, этого мопеда. Здесь же они стоят. Плюс стоит еще и мой велосипед, на котором я приехал. Но он, правда, через 3 минуты исчезнет. Это ладно. Он, я не думаю, что каким-то образом нагружает. Но вот это вот количество мопедов здесь будет всегда стоять. Не знаю, вот на мой взгляд, это не самое лучшее решение. Так вот, на втором уровне, надо сказать, что вот это вот самая лучшая работа. Работа как раз для любителей фарма.
Она похожа на большинство проектов, но я говорил, что здесь есть свои решения. И вот одно из этих решений, что здесь не нужно пополнять посылки. Вы берете работу и можете ездить, пока не потеряете сознание. Гоняете, 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 гоняете себе спокойненько, и денежка вам капает. Опять, денежка небольшая. Ну, немного денег здесь почему-то. Так вот рассчитали экономику. Даже второй уровень спасает не особо. Но здесь, по крайней мере, можно гонять до посинения. Возвращаться, пополнять посылки здесь не обязательно. Опять, наверное, на любителя. Если смотреть с точки зрения реализма, то хрень какая-то, да, откуда у меня, например, 100 посылок? Куда я их запихал? Если брать тот же вот распространенный скрипт на редейджерские сборки, то там надо каждые 10 посылок пополнять приезжать, да? Если там вот есть тоже вот доставка пиццы, например, да, то за пиццей тоже надо ездить все время. Там 3-4 их развозишь, надо возвращаться пополнять. Здесь ничего не надо. Гоняй себе, гоняй, гоняй, гоняй. Еще плюс из этой работы, что можно поездить, вот как я здесь, и посмотреть, сколько стоят дома. Цены вы видите, вот такая здесь экономика. Вот такие цены на дома, такие дома, и вот столько мы зарабатываем. Смотрите, в общем, сами, я не знаю. Для меня показалась очень суровая и жесткая экономика. По крайней мере, начальная, дальше я не знаю. Может быть, там с четвертого уровня вы начнете деньги лопаты грести. Не знаю, я не смогу дождаться четвертого уровня, потому что, ну, требования по уровням действительно какие-то конские. Я еле-еле с трудом дождался второго уровня, ну, а уж на третий мне сил не хватило. Но тем не менее, еще в начале ролика я сказал, что есть свои интересные решения, есть на что посмотреть. И вот это, мне кажется, одно из решений, что рабочие занятия упрощаются. Да, то ли мы бегаем в одной плоскости, то у нас эти точки, куда нам надо соприкосновение, триггеры находятся на небольшом расстоянии. Если это еще все обыграть нормальной экономикой, по-человечески ее рассчитать, чтобы начальная экономика была более мягкая, что ли, и не загоняла вот так вот игрока, я на себе прочувствовал, что, ну, действительно, здесь, чтобы заработать на что-нибудь, ну, надо конкретно хреначить. А это, ну, не каждому интересно, вот этот однобокий, однообразный фарм. Поэтому я думаю, что если еще и поиграться с экономикой, то будет достаточно неплохо выглядеть вот эти вот рабочие занятия. Потому что они, если уж на них смотреть как занятость, они сильно-то игрока не нагружают. Как я и говорил, ваша задача просто перемещать своего персонажа с одной точки на другую. Вам не надо бить какую-то капчу, да, там буквы щелкать на клавиатуре. Вам не надо даже кнопки взаимодействия нажимать. Персонаж все делает сам. Единственное, что нужно все-таки, на мой взгляд, подогнать как-то экономику под здравомыслие. Потому что, ну, действительно, ну, очень тяжело. И забегая вперед, скажу, что я не смог заработать даже на вот простейшую машину, хотя я поработал везде, и это только то, что я вам показываю, а вы можете по сумме, например, даже посмотреть, я 2 раза сдавал на права, потратил деньги, и вот у меня сумма, которая есть. Она тоже не выросла ниоткуда, и это мне все приходилось бегать и бегать, фармить и фармить. Но это тяжело, действительно тяжело. Заниматься однообразием, пусть даже анимации меняются, это тяжело. Тяжело столько времени проводить на одной и той же точке, занимаясь одним и тем же. Это сложно. С приходом второго уровня, так как я вот и начал говорить, ничего не меняется. Здесь есть работа водителя автобуса, который я даже показывать, в принципе, не буду. Да, вот так вот она выглядит. Ну, что здесь интересного? Ездим по точкам, двери открываются. Вот единственная фишка, что на остановках открываются двери. Да, это прикольно, но это не меняет сути. Это все та же работа водителя, скучнейшая. Ездим по точкам и останавливаемся на них. И еще одна работа, которая здесь есть, это работа таксиста. Но работа таксиста — это такое себе. Это, я бы сказал, на любителя. Это больше к ролеплей направлению. Это для тех, кто хочет пообщаться. Ну а если нет онлайна, то и нету этой работы, в общем-то. То есть, если вы хотите там в ночное время поиграть, до свидания. Эта работа не для вас. А работы с ботами здесь нету. То есть, как бы здесь только вот развозка игроков. Ну а посему, значит, она отпадает. И таким образом получается, что я дождался второго уровня, а все, что я могу на что-то посмотреть, это вот работа почтового курьера. Больше мне, в принципе, ничего, ну, и не светит. Как еще раз повторюсь, такси — это до свидания, нет онлайна, да и это на любителя. Ну а на автобус я уже, честно говоря, смотреть без дрожи не могу. Уже меня эта работа бесит. Она есть на каждом проекте, она нудная. И если ее сравниваем с работой того же курьера, то я хотя бы быстрее езжу. Есть какие-то взаимодействия, я слазю, бегаю там, чем-то занимаюсь. Ну а автобус просто давим одну кнопку и едем по кругу. Поэтому вот такие вот занятия. А дальше все будет упираться в уровень.
Вообще рабочих занятий на проекте много. Есть работа на бетонном заводе, есть работа на карьере, есть работа мусоровозчика, есть работа дальнобойщика. Тут еще много чего, но это все связано с уровнями, которыми, к сожалению, я не владею. И, естественно, вам показать дальнейшие рабочие занятия я не смогу. Ну, а магазины с автомобилями выглядят вот таким вот образом. Вот, есть несколько разновидностей магазинов, естественно, бюджетный, среднего класса, там, премиум, ну, как везде, только здесь почему-то все написано по-английски. Не знаю, видимо, не перевели просто эту сборочку на русский язык, не знаю. Ну, автомобили, вот сейчас вы видите, магазин выглядит, все, вернее, магазины выглядят одинаково, вот в таком вот пейзаже они находятся. Ну, а автомобили вы сейчас видите. Ну, и цены, посмотрите на цены и на то, что я сказал. Да, вот начальная экономика. Чтобы заработать на какой-нибудь более-менее приличный автомобиль, я вообще не знаю, что здесь надо сделать. Сколько времени надо здесь провести? Наверное, полжизни. Мне не удалось заработать, не удалось. Я честно говорю, что я пробовал много где и долго, и на... И для того, чтобы показать какой-то красивый кадр, и для себя я бегал, и для того, чтобы провести время, потому что надо дождаться второго уровня, я все это время не просто так стоял, что-то делал, чем-то занимался, но заработать мне так и не удалось. И это еще при том, что я не сдал на права на мотоцикл, который стоит 5000, ну и тут еще можно сдать права на летную технику, и туда я даже и не ходил, просто понимая то, что я не смогу заработать чисто физически, мне не хватит ни сил, ни здоровья, ни вообще желания этим заниматься. Поэтому я бы на месте разработчика все-таки подумал и потестил бы, побегал бы подольше. Надо просто зайти вот так вот, без всякой админки, самостоятельно, кто вот этим занимается разработкой, и попробовать поиграть, вот просто часами пофармить, пофармить, и тут само собой придет то, что должно быть. Когда вы поймете, что, ну, через час игры вы уже не хотите ничем заниматься, тогда будет понятно, что экономика все-таки не очень правильная. Но это мое мнение, поэтому уж, я думаю, если кто-то зайдет и поиграет, то поймете сами, понравится вам это или нет. Ну, а в целом, вот такой вот проект. Как я и говорил, есть интересное решение по упрощению рабочих занятий. Если проектик немножко еще шлифануть, то, мне кажется, будет такой нормальный проект. Да, он не какой-то передовой, здесь нет каких-то нововведений, которые нас удивят, но это проект как проект, в общем-то, вот такой. Он есть, он открылся, он в онлайне. Так что заходите, играйте, отыгрывайте РП, получайте удовольствие. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.